Черт возьми, если ученые настолько умны, то почему они не могут возродить вымерших динозавров из ДНК? Ведь клонирование животных уже не является сказкой. Только представьте наши зоопарки, если нам удастся сделать это. Давайте разбираться. ДНК находится в каждой клетке организма и содержит всю биологическую информацию о нем, и динозавры не исключение. Однако все, что осталось от древних созданий, это их окаменелости. Ученые сталкиваются с серьезной проблемой при попытках извлечения ДНК из твердых тканей. Исследования говорят, что в идеальных условиях, например, в ледяных образцах, ДНК может храниться не более 7 миллионов лет, а последние динозавры погибли более 65 миллионов лет назад. Это означает, что ученые не смогут восстановить ДНК даже при помощи современных технологий.